Рад приветствовать вас, друзья, на канале. В этом видео я буду тестировать комплект для модернизации обычного велосипеда в электрический. Решил я собрать более легкий и менее мощный байк. Кто следит за каналом, тот знает, что у меня есть мощный электробайк на 12 кВт. Кто впервые на канале, советую посмотреть. Ссылку на проект 12-киловаттного байка я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Меня заинтересовала качественная продукция нескольких продавцов. Я хотел собрать простой, качественный, надежный, легкий электровелосипед с редукторным мотором. А также меня очень интересовал комплект с мотором, расположенным в кареточном узле, который называется мид-драйвом. Я написал нескольким продавцам в надежде, что кто-то из них вышлет на обзор. Откликнулся только один. Он предложил мне небольшую скидку на комплект с редукторным мотором, если я сниму серию видео с обзором и тестами. Если это его устроит, он также сделает мне скидку на комплект мид-драйва, и я сделаю тест этого комплекта. Мид-драйв мне прям очень интересно протестировать. Поэтому у меня большая просьба поставить лайк этому видео, написать один, а лучше несколько комментариев. Еще очень будет хорошо, если вы поделитесь этим видео в соцсетях. Тогда продавец увидит обратную связь и сделает скидку на комплект мид-драйв. В этом случае я его куплю и тоже протестирую. Я был согласен только на такие условия, что расскажу все как есть, все минусы и плюсы, которые увижу для себя. Я уверен, это честно и по отношению к продавцу, и по отношению к вам. Рекламировать говно я не собираюсь, я за то, чтобы хорошие люди пользовались только самой качественной техникой. Итак, приступлю к распаковке, а вы пока не поленитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, может даже несколько, поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень помогает продвижению канала, а если канал будет больше, то можно будет получать что-то еще на тесты и может даже бесплатно. А пока что в основном приходится покупать все за свои деньги в надежде, что вам это тоже будет интересно. То, что мне понравилось у этого продавца и тем, которым я еще писал, что они вроде как продают с завода прям. Так, должен быть мотор 26 дюймов, 22-амперный контроллер, дисплей, сенсор, ручка газа, тормоза и сумка для контроллера. Лучше бы, конечно, сумку для аккумуляторов положили. Так, а что здесь еще есть? Интересно, от продавца послание. Ваша победа того стоит. Спасибо за ваш выбор. WhatsApp и купон на скидку. Что у нас здесь? Рекламка небольшая. Ну, надо по-хорошему что-то такое, да, тоже. Потому что в сумке аккумулятор на раме не хочу. Надо такую батарею собрать, наверное, будет для этого комплекта, чтобы было все красиво. Хочется прямо вот так, чтобы было красиво. Так, сумка. Для быстрой переделки контроллер можно в сумку запихнуть. Это чтобы красиво все было, провода можно было убрать. Провода для контроллера. Контроллер. Да, я заказывал 48-вольтовую версию. Чтобы было на всякий случай запас по мощности. И мотор тоже. На 500 ватт 48 вольт. Лучше пусть будет запас по мощности, чем его не будет. Правильно? Здесь усилители дропаутов. Посмотрим, как они будут работать. Я такому не сильно доверяю. Это задний мотор. Передний я уже не хочу. Был у меня проект с передним мотором. Не советую никому передний мотор ставить. Во-первых, когда трогаешься, он руль колбасит. Вилка ушатывается. Особенно если мотор мощный, то дропауты усиливать нужно. Короче, если хорошая вилка стоит, то ее придется испортить. Это курок газа. Пасс-сенсор на каретку ставится. Да, видно, что все сделано качественно. Тормозные ручки с датчиками. Экранчик. Хотя у него там есть всякие разные с цветными дисплеями. Но этот самый простецкий. И сам мотор. Ну, скажу я вам, сделан добротно, конечно. Спицы мощные стоят, провода качественные. Пока что все хорошо. И даже очень хорошо. 500 ватт, 48 вольт. Всегда было мне интересно покататься именно с редукторным мотором, чтобы был накатик, чтобы не спеша в заповедных зонах в кайф поколесить. Аккумулятор я также буду собирать для этого проекта. Пока не знаю, из каких элементов, на какую емкость.
прикину, подумаю, какой пробег мне бы хотелось иметь. Ну а сейчас нужно будет собрать все это на стенде и прокрутить, так скажем. Не знаю даже, как назвать. Как бы Игорь Негода сказал бы, холодная это прокрутка или горячая прокрутка. Хочу обратить ваше внимание на отверстия. Они здесь выштампованы, но фаска не снята. Хоть здесь и будет прокладываться прокладочка, но лучше здесь эти фасочки снять, чтобы не навредить в будущем камере. Чтобы протестировать мотор на стенде, нужно все собрать, подключить. Здесь невозможно ничего перепутать. Разъемы все разные. Подключаю дисплей, ручки тормозов. Одинаковые разъемы, только у ручек тормозов. Ручка газа и пасс-сенсор. Ручка газа и пасс-сенсор тоже невозможно перепутать. Хоть и разъемы здесь одинаковые, но здесь сделана мама, а здесь папа. Теперь устанавливаю мотор. Теперь подключу контроллер к мотору. Здесь тоже невозможно ничего перепутать. У разъема есть ключ и метка. Вот здесь, в виде стрелочки. Также в комплекте есть удлинитель вот этого провода. Он может понадобиться, но это будет уже видно, когда буду собирать уже все непосредственно на велосипеде. А пока что для тестов достаточно и этой длины. Все провода подключены, теперь можно подавать питание на контроллер. Подключаю плюс-минус блока питания. Включаю. На выходе блока питания 43,96 вольта. Включаю контроллер. Вроде включился. Пробую нажимать на газ. Здесь отображает скорость. 25 км в час сейчас в холостую. Потребление 0,66 ампера. 35 км в час, 1 ампер. Это 43 ватта. Даю на максимум 41 км в час, 1,3 ампера. Потребляет 55-60 ватт в холостую. Пасс-сенсор тоже проверю. Здесь нужно быстро провести магнитами. Да, все работает. Отлично. Сейчас хочу проверить, правильно ли отображает скорость родной велокомпьютер. Для этого установил обычный китайский велокомпьютер. Настроил его на длину окружности 26 дюймов. Закрепил датчик, магнитик сюда поставил. Геркон я буду держать в руках. И он будет показывать мне скорость. Нажимаю кнопку включения на велокомпьютере. Держу датчик. И потихонечку буду нажимать на ручку газа. Так как на родном велокомпьютере скорость отображается в виде светодиодиков, а не циферное значение, поэтому, конечно же, присутствует небольшая погрешность. Велокомпьютер китайский показывает 14,7 км в час. На родном велокомпьютере горит светодиод 15 км в час. Увеличиваю скорость. Ну, от 22 км в час до 25 км в час как раз горит светодиод 25 км в час. 24,8. Как становится больше 25, сразу же загорается следующий светодиод на вот этом велокомпьютере. Проверяю 35 км в час. Китайский велокомпьютер показывает 33 км в час. На родном 35 еще не горит, добавляю. Вот загорелся 35 на родном. 33,6 на китайском. 34,8 горит 35 км в час. Добавляю, сразу же загорается следующий светодиод и уже 35,4. 38,7 на китайском. 41 км в час еще не загорелся. Добавляю. 39,1 загорелся 41 км в час на родном.
Ручка газа сейчас выжата до конца. Китайский показывает 41,2. На родном горит светодиод, сигнализирующий о скорости 41 км в час. Калибровка довольно точная. Этого будет достаточно в большинстве ситуаций. Вот такая получилась первая часть видео по комплекту для переделки горного велосипеда в электрический. Во второй части я постараюсь подробно рассказать и показать, как установить этот комплект на велосипед. Пишите в комментариях, какие именно моменты по сборке вам интересны. Что бы вы хотели, чтобы я показал во второй части. Тесты готового велосипеда будут как раз во второй части. Также пишите, надо ли снимать видео по сборке аккумулятора для электровелосипеда, основанного на этом комплекте. Если да, то уточняйте, какой бы вы хотели пробег для этого проекта, какую емкость, из каких элементов вы считаете лучше собрать батарею. Я постараюсь учесть все пожелания и снять максимально подробно, чтобы каждый мог купить себе недорогой комплект и собрать для себя практичный электровелосипед, который будет радовать и приносить пользу. Надеюсь, в итоге этот комплект в тестах на дороге покажет себя хорошо, продавец будет доволен и получится еще посотрудничать с ним по другим интересным товарам из его магазина. На этом у меня все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ведь на канале много видео по современным элементам и аккумуляторам, а также по электротранспорту и его модернизации. Пишите комментарии и обязательно делитесь в соцсетях. Это очень помогает продвигать видео и канал в целом. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. До скорых встреч на канале, друзья!